Почти 6 тысяч выездов в сутки. Ежедневно бригады скорой помощи спасают наши жизни. Ночью, в выходные и праздники без отлагательств. Оперативность зависит не только от профессионализма врача, ловкости водителя, но и оснащенности спецтехники. Благодаря социальному партнерству Каспийский трубопроводный консорциум выделил свыше 30 миллионов рублей на приобретение 11 машин скорой медицинской помощи. Автомобиль новый, оборудование еще не все распаковано, но уже понятно, что укомплектованы скорые по последнему слову техники. Здесь есть все необходимое для оказания первой помощи пациенту по пути в госпиталь. Это электрокардиограф, дефибриллятор, а также аппарат искусственной вентиляции легких. Кроме того, есть приборы для измерения пульса, уровня кислорода и глюкозы в крови. Новые кареты скорой помощи назвать каретами язык не поворачивается. Современный внешний вид и полная комплектация внутри. В них есть даже кондиционеры, что в условиях жаркого южного климата уже спасение. Все для комфорта врачей и пациентов. Вручить ключи от автомобилей сотрудникам скорой помощи приехала заместитель губернатора края Анна Минькова. Она отметила, что качество и мобильность техники в деле спасения играет ключевую роль. Оценивают нас очень часто, скажем, по качеству оказания медицинской услуги, а именно по скорости доезда машины. И вот этот золотой час, который мы обязаны с вами выдерживать для того, чтобы спасти человека, сегодня для нас приоритет. Мы понимаем, что качество скорой медицинской помощи должно быть очень высоким. И обновление машин должно быть своевременным и необходимым. Я хочу поблагодарить наших социальных партнеров, Каспийский трубопроводный консорциум, за то, что они с нами в этом смысле смотрят в одном направлении, за то, что они наши верные помощники и друзья на протяжении уже многих лет. Для Каспийского трубопроводного консорциума поддержка здравоохранения является одной из приоритетных задач. Мы недавно посчитали и обнаружили, что за 5 лет частная компания, которая является КТК, вложила почти, с учетом этого года, 2019 года, почти 1 миллиард рублей в здравоохранение. Во всех регионах присутствия компании. Счастливыми обладателями сразу 2 машин скорой помощи стали отделения Кавказского, Динского и Крымского районов. Остальные неотложки отправились в Абинский, Кореновский, Красноармейский, Тбилисский и Усть-Лабинский районы. Спецтранспорт особенно ждали в отдаленных поселениях края. Ольга Петрова заботливо распаковывает и раскладывает свой медицинский инвентарь в полученном подарке. Она работает врачом на скорой уже 28 лет. Говорит, порой к пациенту приходится ехать десятки километров. Новые неотложки позволят выиграть время на пути к больному, а в случае госпитализации безопасно доставить его в клинику. Наша работа – это работа и в дождь, работа и в холод, работа и в жару. То есть эти машины – это просто находка для наших фельдшеров. Автомобиль экстренной медпомощи оборудован к тому же навигационным оборудованием ГЛОНАСС, что позволяет бригаде прибыть на вызов по кратчайшему маршруту и существенно сократить время ожидания помощи. Татьяна Троян, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар.